Жительница острова Бали по имени Дейзи каталась на мотоцикле со своей сестрой, когда они случайно заметили одинокую собаку. Та жила в старой будке возле заброшенного домика, и девушки ужаснулись, взглянув на собачку поближе. Собака была почти полностью лысой, покрытой коростами и тощей, на нее было не взглянуть без слез. Она очень боялась людей, пряталась в будке и не подпускала к себе девушек. Но Дейзи с сестрой были настроены решительно. Они выманили собачку наружу едой, накормили и забрали с собой, чтобы отвезти к ветеринарам. После того, как Дейзи взяла собачку на руки, она тут же успокоилась, как будто зная, что ей помогут. Врачи обнаружили у собаки глазную инфекцию и сильную чесотку, но, к счастью, все это можно было вылечить. Дейзи и ее семья уже давно спасают животных, поэтому в их большом доме живет целых 16 спасенных собак. Девушка решила взять эту собачку к себе на передержку. Собачка, получившая кличку Люси, быстро нашла общий язык с другими собаками и начала часами играть с ними. Она восстанавливалась и становилась сильнее с каждым днем. А еще Люси была очень привязана к своей спасительнице, она буквально не отходила от Дейзи. Когда она окончательно восстановилась, а ее шерстка вновь отросла, пришло время искать для Люси хозяев. История Люси тронула многих, но больше всего этой собачкой заинтересовалась одна пара из США. Мэтт и Бри с первого взгляда влюбились в эту девочку и решили принять ее в свою семью. Люси пришлось проделать непростой путь с Бали в США, но это того стоило, ведь там ее ждали любящие люди. Уже в первые дни было понятно, это любовь. Новые хозяева купали питомицу в любви и ласке, а Люси отвечала им взаимностью и благодарностью. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.